Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбабай, мы продолжаем проходить игру Wasteland 2. Ну что ж, в прошлой серии мы с вами все-таки помогли жителям Хайпула наладить водоснабжение, но выборы как бы пока не увенчались ничем, и там по 50%. Надо кто-то, чтобы переборол этот барьер. Ну и наша подружка сказала, что мы помогли жителям, тогда как бы голоса изменятся. Но, кстати, тут я что-то забыл осмотреть. Мы уже запороли троим жителям. То есть, это что? Рогатка. Одному запороли торговцу помещение его, загадили грязным воздухом. Второму убили собаку его. Хотя я, конечно, этого не хотел, но так случайным образом вышло. Ну и третий житель, это мы спалили его дом. То есть мы не смогли помочь ему потушить пожар. Хотя я как бы старался, я поставил вентиль, но в итоге ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому мы сейчас с вами отправляемся, во-первых, на мировую карту. Запасы воды я пополнил. Тут везде, блин, еще вдобавок радиация. Какой-то тайник. Давай смотаемся вот сюда. Так, добыча. Ого-го. Штаны. Серп. Антибиотики. Давай теперь сюда немножко. Давай. А то радиация, это уже плохо. В итоге нам надо найти как-то путь. Либо мы с вами пойдем. Где наша мировая карта? В СХЦ-центр. Либо оплот крушителей. Тогда мы поможем, в принципе, есть еще возможность помочь нашей девчонке стать мэром Хайпула. Но я думаю, нам стоит пойти сначала в СХЦ-центр, потому что там серьезные проблемы. Давай смотреть только в следующий раз, чтобы вот так вот нам не идти через радиацию. Если где-то появится, то надо будет... Так, вы замечаете агрессивно настроенную налетчиков. Побег. Вы умело избегаете любого конфликта. Это хорошо. Мне сейчас конфликт ни к чему. Опять. Две засады сбежал, ты прикинь. Я ж молодец. Я молодец. Войти. Что-то тут полнейшая темень. Ничего нет. Никого нет. И это, блин, меня уже не радует. Ха-ха. Ну, давай пока сюда. Дыра в земле. Грузовик какой-то мог куда-то проехать там. Ага. Враг есть. Первый противник уже засветился. Давай пока сюда. Цистерна какая-то. Их это хорошо распределили. А еще что-то здесь есть. Медикаменты тоже пойдет. Ну и в принципе и все. Какой-то вентилятор. Давай пока вокруг походим, посмотрим, может быть, что-то есть полезное еще.
Хотя нет, меня уже сюда не пускают. Это получается конец карты. Заросшее здание какое-то. Давай тогда в другую сторону по железке пойдем. Потому что что-то пока я не хочу встречаться с этим растением непонятным. Выкопать, кстати, вроде тоже ничего не было. Никакой возможности. А вот здесь уже есть что копать. Кстати, у нашей подружки есть уровень. Нашего снайпера. Библиотечная карточка? Вот это интересно. Так, у тебя хороший обзор. Это что у нас? Какой-то поезд. Дальше нам прохода нет. Ну, получается, по-любому нам... А, хотя нет, здесь есть обходной путь. Давай пока вот сюда. Вот они, растения. Дыни-гиганты. Обалдеть. Ага, пожалуйста, вот тебе первая. Первая тварь прямо здесь. Ну, как бы пока, в принципе, спокойно нас, на нас не нападает, это хорошо. Мы вроде пока их тоже, в принципе, не трогаем. Это кто? Кэти Лоусон. Fuck you, Rangers. А чё так? Какого черта вы приперлись? В чем смысл вашего присутствия здесь теперь? СХЦ-центр уничтожен, лекарство утрачено, а меня вот-вот сожжет это проклятое дерево. Мы выполняем свою работу, мэм. Мы здесь потому, что вы послали сигнал бедствия. Да. Ха, да вы могли с таким же успехом оставаться дома. Благодаря вам, медлительные придурки, наше бедствие обернулось всеобщей гибелью. Все здесь уже мертвы. Мэтт, Роза, никого из них не осталось. Я следующая. Мы помогали Хайпулу. К вам мы прибыли так быстро, как только смогли. Вы оказались не такими же быстрыми кретиной. Черт побери, я уже думала, у СХЦ-центра был договор с рейнджерами. Он гласил, мы вас кормим, вы нас защищаете, верно? При этом вы все выглядите чертовски сытыми, тогда как нам тут 8 часов подряд помидоры-убийцы отрывали руки и ноги, а в окрестностях не было видно ни одного рейнджера. Что вы можете рассказать мне о СХ-центре? Мэтт отлично все здесь организовал. Я знаю, что вы, рейнджеры, считаете себя стражами будущего, но ведь именно мы не давали людям умирать от голода. Теперь этому месту пришел конец. В будущем будет править голод. Вы нашли лекарство? Да, у нас появилось лекарство, но поздно, слишком поздно. Мэтта к тому времени уже не было, да и остальных тоже. Роза пыталась отнести налитую в канистру сыворотку к бакам с питательными веществами, установленными в восточной теплице. Так мы смогли бы напитать ею растения и остановить их рост. Но осуществить задуманное ей не удалось. Стая зараженных разорвала ее на куски, а теперь в это место попросту нереально попасть. Мэтт Форстелл еще жив? Нет, бедолага словил кучу осколков при взрыве одного из этих гремучих плодов. Сейчас он уже отмучился. Быть может, если бы доктор Ларсон не исчез, мы бы смогли спасти Мэтта, но лекарство появилось слишком поздно. Расскажите мне о Розе. Роза была нашим лучшим исследователем и моей наставницей. Она помогла мне создать лекарство, которое остановило дальнейшее распространение растительных мутаций. К сожалению, она погибла, не успев доставить его в другие пострадавшие зоны. Это очень тяжелая потеря. Вам не обязательно становиться следующей. Мы обрежем стебли и освободим вас. Нет, отойдите. Если по этим стеблям ударить, они сразу сжимаются. Не начните срезать их, оставшиеся раздавят мое тело как яйцо. Оставьте меня и уходите. Отыщите сыворотку, которую создали мы с Розой. СХ-центру конец, но вам, возможно, удастся спасти хотя бы часть тех районов, до которых добралась инфекция. А заодно и людей из своей группы, нарвавшихся на гремучий плод. Помидоры-убийцы?
А еще тыквы-убийцы и мухи-убийцы. Все наши растения вдруг начали неконтролируемо увеличиваться в размерах, мутировать, взрываться, нападать на моих людей. Такое ощущение, что они подхватили бешенство или что-то в этом роде. Расскажите нам о сыворотке. Мы с Розы приготовили большую партию этого вещества и наполнили им распрыскиватели. С ним я попыталась выбраться отсюда, чтобы потом, когда окончательно восстановлюсь, вернуться обратно и расправиться с инфекцией. Но за мной погнались зараженные. Убегая от них, я уронила опрыскиватель. Это произошло где-то между этим местом и центральным входом. СХ-центр уже не спасти, но если вам встретятся другие зараженные районы, добавьте сыворотку в их растительные системы. Достаточно найти какой-нибудь небольшой резервуар. Расскажите об этих гремучих плодах. В дополнение ко всему творящемуся тут безумию, растения вдруг начали взрываться. Стоит подойти слишком близко к одному из них, из этих красных плодов, бам, и твое тело разрывает множество осколков. Но это еще не самое худшее. Если тебе не дали лекарства, споры грибов начинают разрастаться внутри твоего тела и в итоге превращают тебя в одного из зараженных. Надеюсь, никого из вас не ранило таким взрывом. Кем был доктор Ларсон? Настоящая находка для нас. Вот кем. Он был не только отличным врачом общей практики и хирургии, но еще и талантливым ученым-микологом. С ним мы значительно расширили тематику своих исследований. Теперь он куда-то исчез. Мы не видели его с тех пор, как началось это безумие. Думаю, он погиб где-то на территории комплекса, как и все остальные. Что произошло с растениями? Мы выяснили, что растения начали сходить с ума после заражения системы подкормки. В ней оказались быстро мутирующие споры грибов. Роза считала, что это был преднамеренный саботаж, но я точно в этом не уверена. Чем бы это ни было, все наши растения вдруг начали неконтролируемо увеличиваться в размерах и мутировать, а вместе с ними и насекомые. Они достигли огромных размеров. Послушайте, все это безумие могло распространяться и за пределы СХ-центра. Ваши люди погибли? Мы с Мэттом и Розой благополучно добрались до безопасного места, а вот ученые с фермерами... Я видела на мониторах, как они умирают один за другим, в то время как вы, жирные ублюдки, где-то мастурбировали друг дружке. А для некоторых из них все обернулось даже еще хуже. Что происходит с зараженными? Как именно протекает болезнь, я не знаю. Инфекция как-то проникает в нервную систему, она меняет человеческую физиологию, заставляя зараженных бросаться на всех здоровых людей поблизости. Нас не задело. Хе-хе, думаю, это хорошо. Правда, некоторое воздаяние по заслугам вам бы не помешало. Найдите сыворотку, эта проблема больше не будет вас беспокоить. Думаете, за этим стоит кто-то из сотрудников СХ-центра? Нет, я всем сердцем надеюсь, что нет. Даже думать не хочу о том, что кто-то мог это сделать. Мы все были одной счастливой семьей, и все хотели лишь одного – снова озеленить пустоши. Насекомые, что вы об этом знаете? Я увидела муху по размеру, не уступающую орлану, а жало у нее было величиной с чертов ятаган. Вы считаете, что инфекция распространилась за пределы СХ-центра? Один из наших сотрудников, паренек по имени Сью, скормил нескольким здешним голубям, инфицированные спорами, семена, а затем отпустил на волю. Я видела все на мониторах, но не могла его остановить. Если эти голуби оставят помет с зараженными семенами в других районах, то инфекция распространится повсюду. Проблема в том, что я понятия не имею о том, куда они полетели. Вам придется просто ждать сообщения о происшествиях, которые передадут по радиосвязи. Если отыщете сыворотку, приберегите немного. Вдруг вы получите другие сигналы бедствия. Хуже? Что вы имеете в виду? Вы что, еще их не встречали? В этих джунглях они повсюду, бродят туда-сюда. Когда-то это были наши сотрудники, наши друзья. А теперь я даже не знаю, кем они стали. Они все заражены. Сью, что вы об этом знаете? Этот паренек был настоящей белой вороной, и дело не только в его имени. Мы взяли Сью на работу из его увлеченности и энтузиазма, однако он был слишком молод и слегка небрежен в выборе средств. Боюсь, именно это его изгубило, а возможно и не только его. Для чего вам нужны голуби? Они наша страховка на тот случай, когда радио перестанет работать. С их помощью мы сможем отправить послание в любое из поселений на этих пустошах. Боюсь, правда, что теперь эти голуби доставляют туда смерть.
Ну же, шевелитесь, отыщите канистру с сывороткой, убейте все эти чертовы растения. Я... О боже, они снова сжимаются. Я... Мои ребра! Я... Все. Капец. То есть, получается, к этим помидорам близко лучше не подходить. Плюс еще какие-то мега-черви. Плюс какие-то здоровенные мухи. И все это очень хреново. Так, пока давай, наверное, сюда пойдем. Так, помидоры здесь. А вот зараженный, инфицированный. Гигантский кролик. То есть тут дофига противников. Это просто какой-то опупеть. А мне в итоге вообще куда попасть-то надо? Кукурузный лабиринт. Заросшее здание. Мне вообще, наверное, лучше сюда пойти. Зараженная супермуха. Супермуха, блин. Все. Понеслась. Так, у нас только здесь жук и мухи. Ладно, допустим. Ох ты, твари, они плюются. Они плюются. Блин, в одну промазал, в другую попала. Тварь. Тварь, тварь, тварь. Давай сюда. Отлично. Так. Есть пистолетик. Уже хорошо. Все, закончилось. Давай сюда. Дробаш, может быть. Блин, ну 35 шансов. Да, никчемный выстрел. Согласен. Заклинило. Вот вовремя, заклинило. Вот вовремя. Ничего себе. Да походу сейчас ее прикончит. Ну ты, может быть, как-нибудь попадешь, я не знаю, но в конце-то концов не хватает очков действий. Тогда вали сюда. Ой, ты своего-то хорошо. Давай, замочи его. Блин. Попала тварь. Отравление еще, ты прикинь. Обалдеть, да что ж так заклинило-то все быстренько, а? Не хватает. Так, это у нас доктор. Доктор, иди лечи. А то ей хана сейчас будет. Блин, у нее только ближний бой. У нее только ближний бой. А мне это совсем не надо. Заклинил у него. Давай. Помидор взорвался. Промах, хорошо. Блин, попал, тварь. Пусто. Перезаряжаем. Не хватает? Очков действий не хватает? Обалденно. Давай сюда. Дальше. У нас еще будет доктор ходить.
в доктор попасть. Господи, ты... Вот это ты дура. Ой, блин. Вот это ты даешь, а. Ну ты просто прям молодец. Шикарно. В своего попасть, это просто круто. И промазала, круто. Все шикарно. Слышь, это какие-то монстры. Да по своим-то какого хрена ты стреляешь-то, дурак? Вот. И все, делов-то. На тебе минус 11. Нифига, два раза стреляет, сволочь. Давай, наверное, вот сюда, вот здесь укрытие есть. Да уж, конечно, таким макаром. Хотя нет, снесла, молодец. Да попади ты. Нет, не может. Не может попасть, и это очень плохо. На тебе минус 12, блин. На тебе минус 8. Минус 6. Отлично. Все, закончились. Ну давай, конец хода. Блин, надо того жука избавляться, он мешается. Он реально мешается, тварь. А, отлично, вот это ты хорошо промазала прям. Прям шикарно. Давай сюда. Есть попадание. Промах, плохо. Блин, у него только оружие ближнего боя. Это далеко. Что делать? Без понятия. На тебе минус 9. Еще одна тварь. Минус 10. Плохо. Давай поменяем оружие. Промах. Плохо. Есть. Минус одна муха. Хорошо. Мочи жука. Ну, промазать-то не надо было. Блин, как плохо-то все. Их тут дофига. Ох ты, минус 18, ничего себе. Так, пора лечить. Во-первых, не достаешь, да? Хреново. Давай себя. Вторым делом давай сюда беги. Блин, попал, тварь. Давай, мочи жука. Есть, хорошо. Есть, готова муха. Блин, просто шикарно, просто шикарно. Давай сюда теперь. Пусто. Реально пусто. Реально пусто. Дробаш. Давай сюда. Обалдеть.
Давай, лечи. Доктор, лечи. Хорош. Ну, попади. Нет, не сходу. Ладно. Да попади ты в него. Обалдеть, не попадает вообще ни грамма. Вали. Есть. Молодцы. Ху-ху-ху. Вот это твари, конечно. Так, ну надо собирать. С ней что-то выпало по-любому. Это съедобная личинка какая-то. Распределить. А, это крылья. С этими крыльями уже сталкивались. Плюс еще здесь дохлый помидор, который уже взорвался. Кусок гремучего плода. Так, велосипед. Нафига мне нужен велосипед? Блин, тут вроде ничего нет. Пока я тут ничего не вижу. Ага, есть ящик. Помидор вроде не видать. Так, распределить патроны — это хорошо. Заперто. Давай. 78% открыть. Есть. Это что? Открытый чок. Плюс один к задире. Вот это интересно. Ну-ка, давай посмотрим. Боеприпасов-то нифига нет. Все закончилось. Даже у нее закончились боеприпасы. Это плохо. Давай. Тебя надо зарядить. Поставить на первичное. Дальше. Сколько тут всего нового? Пока давай вот значок сюда поставим. Патроны вот эти вот я тебе отдам. Отлично. 63. Ну давай. Заряди. Молодец. Да, у него просто нет никакого украшения, поэтому поставим ему еще плюс задира будет одна. Ну и в принципе и все. Зарядить. Плохо, плохо. Патронов не хватает. Реально не хватает. Сюда не пройти. Ладно, тогда выходим. Здесь, получается, все, что смогли, мы сделали. Тихо. То есть перед тем, как взорваться, они краснеют. Это уже хорошо. Тут вроде бы пусто, ничего нет. Оба-на. Тварь. Есть, хорош. Но скоро уже действие закончится. Давай потихонечку здесь пройди, посмотрим, что здесь еще полезно есть. Ага, еще помидор, блин. Ну, давай, взрывайся, помидорчик.
Нормально. Так, здесь я не поднимусь. Это получается, мне как-то вот сюда надо будет идти. Это что? Какие-то бумаги непонятные. Блин, надо все потихонечку-то продвигаться, иначе помидоры меня тут прикончат нафиг. Здесь вроде никакого прохода больше нет. Ну, давай. Бум. Отлично. Бум сделал, молодец. В итоге непонятно, куда мне пока идти. Минус 8, минус 8. Взяли. Тут что-то есть полезное? Да, вроде нет. Обошел. И на тебе. Зараженный помидор, еще целая муха. Надо как-то от этого помидора избавиться. Есть, отлично. Ну, сначала вызовем по рации, доложим о повышении. Так, сразу попробуем поднять навыки. Навыки нашему снайперу. Чтобы тебя поднять-то... Штурмовая. Нет, это оружейник. Давай-ка поднимем штурмовую. А в принципе, можно и оружейника тоже поднять. Почему бы и нет? Вот так вот, хорошо. Так, и хекс. Хекс. Дрессировщик, смысла нет. Надо прокачивать какое-нибудь еще оружие, потому что... У нее есть дубинка, кстати. Вот, дробящее оружие. И давай, наверное, еще дробящее оружие. Так, это у нас что? Нормально. Слегка прокачались. А все из-за того, что нет патронов. Нет патронов, и это плохо. Давай ставить снайпера. Говорит, далековато. Не попадает. Ну, поехали. Есть. Два агрессора у нас. Давай тебя сюда. И засада. Ой, аж три противника. Промах. Молодец. Быз-быз-быз, разлетались твари. Кто стреляет? Стреляет снайпер. Я думаю, первым делом надо вот эту тварь загасить. Тем более, шансов было побольше. Здесь нигде нет укрытия. Абсолютно. То есть, давай попробуем вот сюда. И устроить засаду. Тебя давай вот сюда. И тоже засаду. Двое. Плохо. Еще один. Хо-хо-хо. Немного ли вас, друзья? Так. Это у нас Зарбаба, его надо подлечить. Тварь. Давай вот сюда.
Хорошо. Это хорошо. Так, это у нас доктор. Молодец. Есть попадание. Хорошо, отлично. Давай сюда теперь. Вот это я сейчас вовремя подлечил. Вот это я прям сейчас вовремя подлечил. Давай. Убей. Убей. Да не промазать надо было, убить. Нет боеприпасов. Все. Давай дубиночкой. Ой, как хорошо-то. Правда, при этом еще и нам досталось. Офигеть, как круто. Ближний бой, оказывается, блин, фиговый. Мешочек с гноем. Слишком далеко цель. Давай сюда. Эх ты, тварь. Не, смотри, какая зараза, а. Доктор, доктор, нужна твоя помощь. Так, снайпер, может, кто-то покажет какое-нибудь чудо сегодня. Ну, в принципе, неплохо. Так у тебя пусто, правильно? Правильно. Давай, лечи. А то ему совсем уже плохо стало. Хорошо, это успех. Это хорошо. Меняем оружие, потому что только дубинка остается. Идем сюда. Присесть. Промах, хорошо. Блин, ну мазать-то не надо, мазать не надо. Ну ты что делаешь-то? Блин, а вариантов не остается, только мочить его. Хорошо. Валим. Так, снайпер, наверное, дадем задание уничтожать мух. Потому что мухи мы сейчас уже достали. Ну, блин, ну мог бы уже не попадать-то в конце-то концов. Плохо. Плохо. Очень плохо. Так, аптечка, аптечка, аптечка. Последняя, походу, у нас аптечка. Есть. Что произошло? Что произошло? Врежь ему. Отлично. Давай сюда. Эй, эй, эй. Ну-ка, хорош. Блин, тварь попала, а. Скотина. Блин, давай, надежда только на тебя. Надо от них избавиться, вернее, от него. Да твою ж дивизию, ну как заклинило-то, а? Ай, балбес. Есть. Взорвался, хорошо. Последний выстрел сюда. Есть попадание, отлично. Блин, ты не добежишь. Ты реально не добежишь. Давай пока тебя вот сюда. И в засаду. Хотя засада никакого толка не несет. А тебя сюда. И тоже в засаду. Блин, тварь. Больно, больно. Они больно дерутся. Своим чертовым ядом. И сваливают, прикинь. И сразу сваливают от твари. Давай сюда. Ну промазать-то не надо было. Ну что ж ты так делаешь-то? Надо этих гасить, тварь, а ты мажешь. Блин, еще и заклинило. О, отлично. Хорош. Я заражен сейчас? Точно. Нифига ж себе. Аж 14 тысяч секунд. Это долго. Есть. Готова одна тварь.
Есть. Какого фига? Я еще должен был. Тварь убегает. Убегает муха, боится. Все, ей хана. Нет, не хана еще пока. Сейчас будет хана. Нет, и сейчас не будет хана. Что ж такое-то? Ты что мажешь-то? Ну-ка давай сюда, бегом. Есть. Все, отлично. Фух, тяжелая бойня, тяжелая. Очень серьезные противники. Очень серьезные. Так, давай это все обыщем. Распределить. Так, с этого еще тоже что-то выпало. Тоже распределить. Этого я не взял. Тоже взяли. Ну, я не знаю, здесь, наверное, смысла нет идти. Потому что здесь, в принципе-то, ничего нет. Только одни грядки какие-то. Давай попробуем подальше пойти. Ну, помидор. Слышь, помидор. Эй, помидор. Не-не-не-не-не. Тихо. Блин. Вот так и знал. Все здорово. Зараженные, блин, теперь все. Центральный комплекс. Мне сюда. Подожди, сначала давай вот этого обыщем. И в комплекс. Итак, мы в комплексе с вами. Доктор Патрик Ларсон. Но разговаривать мы с ним уже будем в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.